Ударная стройка пятилетки Каннской автомобильной. Как и любая другая, она начинается с фундамента. Но то, что вы сейчас видите на Камме, уже вчерашний день. Сжатые сроки строительства потребовали новой техники, новых инженерных решений, новой технологии сооружения фундамента. Шнековая установка пробуривает скважины под будущие железобетонные сваи глубиной до 20 метров, диаметр 600 миллиметров. А эта установка делает скважины еще большего диаметра, 1200 миллиметров. Бурение окончено. Сваю изготовят на месте. Арматурный каркас установлен. Пора заливать бетон. Вот и все. Испытания показали, что такие сваи выдерживают значительно большие нагрузки, чем забивные. При этом сокращаются и сроки сооружения фундамента. Уже в 1974 году с конвейера Каннского гиганта сойдут первые грузовые автомобили.